Собраться большой компанией в неформальной обстановке у медиков получается нечасто. Дежурство, вызовы, срочные операции, приемы, а надо еще и на родных найти время и силы. Больница – это не только врачи, это и медсестры, и младший персонал. И без каждого из них выполнять миссию по сохранению чужих жизней и здоровья практически невозможно. А совместными усилиями областным медикам удалось добиться важных показателей. Смертность снизилась, рождаемость повысилась, коэффициент прироста населения положительный. Здравоохранение всегда будет в приоритете, губернатора Московской области сказала Нина Суслонова. И напомнила, что укрепление материально-технической базы продолжается. На строительство новых медучреждений, ремонт существующих и приобретение нового оборудования из регионального бюджета выделено 30 миллиардов рублей. Только здесь, вот в Одинцовском районе, я думаю, вы это знаете, в программе 18 объектов, которые будут отремонтированы. Это и на ремонт, и на оборудование, это более 600 миллионов рублей. Более 400 миллионов в этом году запланированная цифра на реконструкцию. Вы знаете, что у вас будет реконструироваться поликлиника. Через 3 года в Одинцовском районе появится большой клинико-диагностический центр. Его строительство обойдется региону в 2 миллиарда рублей. В программу включено сосудистое отделение. Нам это тоже с вами нужно. И обязательно будем развивать и нейрохирургию, и травматологию и так далее. То есть это те современные технологии, в котором очень нуждается в целом области, конечно, Одинцовский район. Еще одна хорошая новость для виновников торжества. С июня зарплата младшего медперсонала вырастет на 30%. А с 1 сентября будет увеличено, уже тоже принято постановление правительства Московской области, на 30% еще зарплата младшему персоналу, на 30% зарплата врачам и на 10% зарплата среднему медицинскому персоналу. Самая торжественная часть – вручение государственных наград. Почетными грамотами отметили многих. Особую благодарность выразили врачу из второй поликлиники. Это Тамара Павловна Волкова, заведующая кабинета, врач-онколог поликлиники номер 2. 36 лет Тамара Павловна работает в Центральной районной больнице, и сегодня ей исполнилось 80 лет. Продолжила праздник концертная программа, первую часть которой подготовили сами медики, доказав, что талантливые люди талантливы во всем. Ты моя любовь, последняя, ты моя, новая мечта о счастье. Ты моя любовь, последняя, ты жизнь. Завершился профессиональный праздник концертом Авраама Руссо. Евгения Августина, Артем Ломоносов, Леонид Бурдин, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».